Эти тополя росли на берегу реки Эбт, неподалеку от дома Моне в Живерни. И летом 1891 года художник начал рисовать их в разное время дня, сидя в своей знаменитой лодке. Когда Моне узнал о том, что эти тополя собираются срубить, он немедленно купил участок земли, на котором они росли, и продолжал свою работу на протяжении всей осени 1891 года. В результате у него получилось 20 картин, запечатлевших эти тополя в разное время года и при различном освещении. Написанные в нежной цветовой гамме, картины показывают тополя, освещенные летним полуденным солнцем.